В Алатыре введен режим чрезвычайной ситуации. 11 апреля уровень воды в реке Сура составил 710 сантиметров. Совсем немного до критической отметки. Подтоплен 51 приусадебный участок. Еще в начале недели подтопленными в Алатыре было только около десятка участков. Сегодня многие улицы напоминают больше полноводные реки. До критической отметки подъема, когда вода может зайти в дома, осталось буквально 20 сантиметров. В городе работает группа специалистов Чувашской республиканской поисково-спасательной службы. Организовано медицинское обслуживание. Объекты жизнеобеспечения в этих районах функционируют в рабочем режиме, сообщает Госкомитет по чрезвычайным ситуациям. Все службы жизнеобеспечения города, правоохранительные, противопожарные службы перешли на круглосуточный усиленный режим работы. Режим чрезвычайной ситуации будет отменен по мере снижения уровня воды в реках.